Вот старый переулок Докучаевский, он отделяется от улицы Протасов Яр. Давайте пройдемся по нему. Белые хатки, такие домики. Практически Докучаевский переулок находится тоже в Яру, который сбегает к Протасовому Яру. Мы вышли к роднику. Докучаевский переулок заканчивается границей Яра. Вот сочится родник, свалка. Следуем по роднику сколько возможно. Небольшой каскад. Конечно, я иду сюда. Склоны страшно замусорены строительным мусором, хламом. Можно выбраться чуть выше. Вот. Тропка, панорама отсюда, в новой стране, Докучаевский переулочек идет туда. Сюда забрались вездесущие зеленостройщики, облагораживатели. Вот мы выбрались в самое начало этого Яра, в конце Докучаевского переулка. Попробую сюда тоже подобраться. Ну и можно попробовать вскарабкаться, но мне не особо хочется это делать. По разной гадости, после дождя. Что меня заставляет лезть сюда, я не знаю. Кураж какой-то или... Покосившийся столб. Старинный кирпич. Не, слишком осыпающаяся почва. Я спускаюсь вниз. Обратно в Докучаевский переулок. И снимаю проход в обратную сторону. Что, пожалуй, тут полно таких кирпичиков. Вот еще один. Уже с другим клеймом.
не могу туда подобраться. Хорошо. Себе всю обувь испортить. Нафиг. О, какой интересный кирпич. Давайте Снежко. Вот, Снежко. Кирпичик. Класс. Снежко были заводы в Корчеватом. О, ручей тут. А, да. Вылезаем. Да, сейчас иду, сейчас. Извивается дорога наша. Возвращаемся к началу. О, кстати, ручей уходит в луг. Корвет уходит в небеса. Возвращаемся к Протасовому яру. Склоны. Этот фильм снят в ходе съемок Киевской амплитуды, но в качестве планеты Киева. Специальный гость планеты Киев Николай Арестов.